Привет, Коннор. Вижу, ты жив и здоров. А ты пришел в себя от побоев? Чёрт засел в заброшенной пивоварне вблизи порта. К рассвету надо с ним покончить. Хорошо. Нужно вернуть припасы в лагерь как можно скорее. Конечно. Кто я, чтобы мешать твоей утопии? Что ж, идем за мной. Скажи вот что. Ты ведь мог убить меня тогда. Что тебя удержало? Любопытство. Еще вопросы? Что все-таки нужно тамплиерам? Порядок. Цель. Путь к ней. Всего-навсего. Это твои приятели верят во всякий вздор о свободе. Когда-то... Ассасины ставили более разумную цель – мир. Свобода и есть мир. О, нет. Свобода – это хаос. Взгляни на революцию, что начали твои дружки. Я стоял перед континентальным конгрессом, слушал, как они орут и топают. Все во имя свободы. Но это лишь шум. Поэтому ты на стороне Ли? Он понимает, что нужно будущей нации лучше, чем олухи, что ее представляют. А по мне, так ты попросту завидуешь. Люди сделали свой выбор и выбрали Вашингтона. Люди ничего не выбирали. Выбор сделала кучка привилегированных трусов, желавших разбогатеть. Они собрались и приняли решение, удобное им. И красиво его объяснили, но правдой оно не стало. Разница, Коннор. Единственная разница между мной и твоими товарищами – я не притворяюсь. Погоди-ка. Чёрч, умный мерзавец. Почему? Я думал провести тебя мимо охраны, но он заменил их теми, кого я не знаю. Может, я смогу пройти, не вызвав подозрений, но ты... Нет. Либо вместе, либо вообще никак. И что ты предлагаешь? Я найду сменившегося солдата и возьму его мундир. Хорошо. Я буду ждать здесь. Ясное дело. О, прости, так мне пойти с тобой? Подержать за ручку? Может, еще похвалить напоследок? Thank you.
Думаю, сойдет. За мной. Стой, кто идет? Это частная собственность. Что вам здесь нужно? Отец понимания направляет нас. Тебя я узнал. Дикаря не знаю. Это мой сын. Вкусил лесных даров, я смотрю. Ну, идите.